Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по инвестиционному проекту Fast Moving. Вчера запустилась рублевая площадка. Что-то у них там было, баги какие-то. Ну и старт немножечко задержался, там может на час-полтора, где-то так. В общем, деньги льются, начисления идут, как из рога изобилия. Значит, что, друзья, хочу я проверить его на вывод. Значит, мой кошелек, я в прошлом видео показывала, значит, то, что я покупала 5 пакетов. И вот баланс я нажала, да? Значит, смотрите, выплачено в долларах у меня 4.20. Пополнила я на 2 доллара. Значит, а рубли я пополнила на 76 рублей. Я вчера ничего не выводила. Вот. И выплачено, как видим, у меня вот здесь по нулям в рублях. И у меня есть баланс $35. Это пакеты USD, как бы долларовый. И 256 рублей. Это на рублевый. Кликаю вывод. Лишь бы Telegram не завис. И сейчас будем его проверять, друзья. Обождем, загружается у меня. Значит, завис у меня Telegram немного. Значит, запросить вывод. Прописываем кошелек. Видим. Введите число. Минимальный вывод 50 центов. И в рублях 1,5 рубля. Значит, но нужно выбрать валюту. Убираю рубли. Сюда прописываю 256.3. Так, разгадываем капчу. Капча, что, господи, камера, 2, 3, вроде все готово, и кликаю создать заявку, создаем заявку. Телега такая дурная. Так, ну дается открыть эту страницу. Так, вывод. Айр. 256.30. 256.3. Я вчера в USD выводила 90 центов. Деньги пришли, все замечательно. А, господи. Вот, ребят, видите, я даже прошу прощения.
не выбрала, какую валюту. Боже мой, вот я 256.3 невнимательно капча. Так, заявка на вывод успешно создана. Сумма 256.30, кошелек. Так, ладно, у меня там еще есть USD, доллар 35, мой кошелек. Давайте сразу выведем доллар 35. Вывод. Так, заявка, вон, видим, да? Должны... Так, кошелек. Вот у меня выбрать валюту. USD 1. Сколько у меня там? 1.35. 1.35. Раскатываем капчу. Капча дурная. Готово. Дочь Попова. А, через несколько действий сильно часто. Ну ладно. Заявка на вывод средств успешно обработана. 200, ну, с учетом комиссии, 243.49. Так, давайте, друзья, проверим вывод. Пайер. Значит, смотрите, 200 плюс 43.49, 13.04.23 год, вывод, Fast Moving Bot. И вчера, как я сказала, выводила я, друзья, пардон. Вот, 12 апреля перевод выполнен, 90 центов я вчера выводила. Также вывод и, видимо, Fast Moving Bot. Все шикарно. Проект платит. Друзья, не забывайте о том, что это инвестиционный проект. А все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда риск. Я рискую своими деньгами, вы же рискуете своими. Так что думайте сами. Вот. Ну, а попозже я уже выведу вот эти свои доллары, копейки эти. Работает, платит. Отзыв мне, к сожалению, не оставить, так как меня заблокировали. Ну, видите, да, все. Смотрите, даже сейчас точку поставлю. Мне не написать отзыв. Точку, видите, да? Править. К сожалению, вам запрещено стоять в публичных группах. Вот так ушки. И такое бывает. Ну ничего, я все равно выкладываю в Телеграм. Ой, ну да, я в Телеграм у себя вот как бы на канале и ВКонтакте. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!